Юрий Дмитриевич, можете задавать любые вопросы, потому что у меня на все вопросы есть ответ. Юрий Дмитриевич. Да, вот смотрю, одни девчонки, а? Мальчики не хотят быть учителями, они только хотят быть директором. Я помню, дядя Вася, я был в первом классе, и он спросил меня: сынок, а зачем тебе все знать? Я говорю: зачем? Чтобы работать. О, работать. А кем ты хочешь быть? Я еще не знаю, я вообще маленький. Он говорит: ты куда сегодня идешь? Я говорю: как куда? Иду спать. Вот ты сегодня ночью не спи. Ты сегодня думай, чем ты будешь заниматься. И вы знаете, вот это, мне было всего 7 лет. Это страшный вот этот день, когда всю ночь я не спал. Это была бессонная ночь, потому что я вдруг мне сказал: сынок, если ты сегодня не начнешь думать о завтрашнем дне, у тебя завтра будет пустота. Нет, мы, папа, дедушка, не пойдем. А почему? Она злая. Дети, злая! Никто не пойдет! Дети как хотят, чувствуют злого человека, не хотят с ним общаться. А раз не хотят общаться, замыкаются. А вы, учителя, потому что приходят разные дети, особенно сегодня, очень большая сложность, компьютер, все, у них там мозги едут, все, уже ни туда, ни в ту степь, уже читать не хотят, это не хотят, все. Вам надо уметь сконцентрировать, взять книжку и начать увлечь. Дети, которые прочитали мои книги, начинают читать. Вы, вы должны только через любовь идти, через эту энергию. Вы должны чувствовать. Вы должны так это проникаться. Понимаете, девчонки, а вы же особенно чувствительны. И это вам в жизни будет помогать. Вы найдете мальчика классного. Вы этого дурачка воспитаете. Нас же чистить надо. Понимаете? Я бы никогда не стал Кухлачевым, если бы у меня моей жены бы не было.